Больше сотни пермяков вечером 6 июня нашли время и переодели свои рабочие костюмы в спортивные. А набережная Камы на час превратилась в беговую дорожку. Таким образом, в городе заработала школа здорового бега. Открываем школу здорового бега, в рамках которой мы будем производить подготовку пермяков к самому крупному старту. Я хочу сказать, что России на самом деле, первому международному марафону. В рамках школы здорового бега будут происходить 3-4 раза в неделю тренировки. Вторник, четверг, пятница и суббота. Расписание размещено на сайте, в социальных сетях, в нашем телеграм-канале. В рамках которых будут проходить беговые тренировки, силовые тренировки, тренировки по йоге и еще длительные бега. Тренировки проводит очень крутой тренер, мастер спорта международного класса по марафону, чемпион России Владимир Ильич Епанов. Владимир Ильич, скажите, пожалуйста, бегу действительно нужно обучаться? Ну да, конечно, да. Кому-то дано даже с детства красиво бежать, да? Вот. Но в то же время все равно надо ставить технику бега всем. Вот. Ну и, в принципе, мы сегодня вот провели первую тренировку. И я думаю, что практически я посмотрел со стороны, очень все старались. И 50% уже очень все красиво бегут. Я думаю, что через 3 месяца все будут красиво бегать. Интересные компании, люди знакомятся. Хорошая погода. Так что ждем, что через 3 месяца побежим все вместе. То есть вы настроены на марафон? Да, конечно. Все сложится хорошо. Полумарафон я очень сильно хочу пробежать. Как говорила, отмечать. Какая-то личная самоцель. Да, ну, просто так бегать уже надоело, надо уже какие-то достижения для себя ставить и достигать. Бег уже не первый год, поэтому для меня это такая просто небольшая подготовочка перед марафоном. Хочу выдержать этот 40-километровый этап и надеюсь, что вместе с этим тренером я смогу его эффективно преодолеть. Я вообще первый раз бегаю, поэтому мне очень нравится. Хорошее настроение, погода, модно, здорово, замечательно. Бежать или не бежать, каждый решит для себя самостоятельно. Впереди 3 месяца для подготовки. В конце концов, даже если вы не будете участвовать в марафоне, лето, проведенное в таком режиме, принесет много пользы.